Я прослушал почти весь концерт, он еще ведь не закончен. И мне так хочется спросить вас, вот как вы, у вас есть секрет, как вы пишете музыку? Ну, главное, чтобы нотная бумага была. Вы знаете, Чайковского спросили, Петр Ильич, вот вы гениальный человек, да? У вас есть секрет? Он задумался и сказал, секрет есть, как Бог на душу положит, так и пишу. Но ему положил Бог очень здорово. Спасибо, что вы с юмором человек, я вас знаю очень давно, поэтому, ну, нежно к вам отношусь, честное слово, я нисколечко не сожалею, что мы вместе сегодня на сцене, и мне так нравится ваша музыка, что я вместе с ребятами хочу вам поаплодировать. Ансамбль споет вторую песню Беляева «Мой светлый ангел». Единственное, что я не знаю, кто автор текста. Автор текста Валентин Федоров. Это поэт, который был губернатором Сахалина в 90-е годы. И который отстоял Сахалин, что он теперь русский. Знаю, знаю, говорит Федоров. Спасибо. Вас провожаем с надеждой, что на будущем мы обязательно услышим вас.